Доброго времени суток, дамы и господа. С вами Прия. И сегодня произошла замечательная, просто-напросто интересная вещица. Нет, я еще не получил затерянного времени про дракона, но, как говорится, близок к этому. И также не откажусь от инвайта в какое-нибудь пати, где я буду просто-напросто пятым человеком, который залутает его, где он уже живой и спуленный. Окей, это нагло, и навряд ли кто-то меня так инвайтнет. Буду сидеть и кемпить до Shadowlands'а. Радостная новость для вас заключается в том, что у меня есть код к эпическому изданию Shadowlands. Я хочу разыграть его между вами, между теми людьми, которые смотрят меня, которые посмотрят этот видосик и выполнят условия, абсолютно все. Условия простые. Собственно, что вам нужно будет сделать? Поставить лайк, написать комментарий. И комментарий давайте не рандомный какой-либо, а по типу, кем вы будете играть в Shadowlands. Это будет интересно, я потом сделаю как-нибудь статистику даже, и посмотрим, кого будет больше. ДКшечек, ДХшечек, магов, воинов там или каких-либо других классов. Сегодня, получается, 18 число, начало розыгрыша, а конец розыгрыша будет за полчаса до старта дополнения Shadowlands. Дополнение Shadowlands у нас выходит 24 числа в 2 ночи по московскому времени. Это у меня будет 6 утра. За полчаса до выхода Shadowlands, как раз на Твиче, в прямом эфире, без какой-либо подкрутки, все разыграем, и победитель получит свой приз. Свяжемся и передам этот код. Так что будет еще неплохо, если вы напишите свой battle tag в комментарии. Это будет вообще просто идеально. Да, это реально будет классно. То есть, кем вы планируете играть, плюс battle tag. Сделаем розыгрыш, и будет марафончик по прокачке. Само собой, надо будет апнуть ДК. Планы хорошие на Shadowlands. Ну и, я думаю, эпическое издание Shadowlands тоже даст вам неплохой толчок в этом плане. Если у вас уже есть эпическое издание, то, я думаю, активировав его вновь, вы получите финансы на кошелек Battle.net. Но я не уверен в этом. Если у вас героическое или базовое издание, то оно переделается в эпическое, и получается за героическое издание или стандартное уже, которое у вас было, вы получите финансы обратно на кошелек Battle.net. В тот момент, когда я активировал коллекционку Battle for Azeroth, мне полностью финансы пришли за купленную версию БФА на кошелек Battle.net, поэтому я делаю такие выводы. Тут, думаю, аналогично. Да и все, думаю, монолог можно на этом окончить. Сроки сказал, условия сказал. Давайте еще разок. Лайк, комментарий с батл тагом, кем планируете играть. И в итоге за полчаса до выхода Shadowlands. Все ссылочки в описании. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. До скорого.